Все мое почтение, друзья. И вот сегодня, 25 марта 2022 года, стало известно, что на вопрос, возможно ли возобновление в России смертной казни, Дмитрий Медведев ответил вот так. Никаких ограничений для возвращения смертной казни в России нет. Но это очень сложный вопрос. Вот так вот ответил Дмитрий Медведев. Устраивает вас лично, вот именно вас, этот ответ? Вы вдумайтесь, вот эти упыри, которые отправляют людей на войну в Украину, которые за листик бумаги, который держит человек, высказывая свою волю, готовы его отправить в тюрягу. Они будут решать, казнить вас или миловать, давать вам 15 лет или 25 лет, или смертную казнь вам присудить. Вы лично готовы это все терпеть? Вот я обращаюсь к россиянам. Вы готовы, что вас будут казнить и миловать те, кого вы сами выбрали? И достойны ли они вас казнить и миловать? Вот напишите в комментариях.